Сегодня известной казахской поэтессе Акуштаб Бахтыгереевой, лауреату Госпремии и кавалеру ордена ОТАН исполнилось 80 лет. Автор, чьи глубокие стихотворения вдохновляли читателей и сегодня неравнодушна к актуальным общественным вопросам и продолжает поднимать их в своих произведениях. Наша съемочная группа тоже поздравила поэтессу с прекрасным юбилеем. В 60-х годах 20 века в казахскую литературу вошли две выдающиеся поэтессы – Фариза Унгарсынова и Акуштаб Бахтыгереева. По словам Акына Утигена Уралбаева, Акуштаб тонко чувствует мир и с легкостью отражает его в своих произведениях. Она может в точности передавать все человеческие чувства и переживания. Строки ее произведений наполнены легкостью и радостью. Та же печаль сердца или внезапная тоска – она умело показывает все это. Акуштаб Бахтыгереева всегда была неравнодушна к общественной жизни, но в основе ее творчества не только повышенное чувство ответственности за свой народ, но и материнская любовь, делится она сама. Сегодня Акуштаб Бахтыгереева с благодарностью вспоминает яркие моменты жизни, но при этом она вовсе не склонна почивать на лаврах успеха. Ее сердце все еще болит за настоящее и будущее соотечественников. Конечно, будущее народа вызывает у меня беспокойство, особенно судьба казахских девушек, их воспитание и образование. Смогут ли они сохранить культурный облик народа? Все это тревожит мое сердце. Семейная жизнь поэтессы – это пример гармоничных отношений. Секрет долгого и счастливого брака в уважении и поддержке друг друга, уверена она. С будущим супругом Габдрахимом Жанбырбаевым впервые они встретились в доме Фаризы Онгарсыновой. Талант – главное. Без него трудно добиться успеха, какую бы поддержку ни получил. Я всегда был рядом с Акуштаб, делал все возможное, старался быть достойным спутником жизни. Поэтические сборники Акуштаб Бахтыгереевой получили широкое признание у читателей. Недавно вышедший в свет сборник эссе под названием «Меным Фаризам» открывается ее читателям с новой стороны. Кроме того, есть и другая хорошая новость в ее творчестве, делится поэтесса. После событий 86 года Жубан Молдагалиев выступал с пламенной речью, читал свое знаменитое стихотворение «Мен Казахпан». На этом произведение выросло не одно поколение. Я посвятила ему стихи. Сейчас все это собрала и на их основе написала драму. По случаю моего 80-летия ее хотят поставить в Уральске в театре имени Хадиши Бакеевой. Творчество Акуштаб Бахтыгереевой не раз отмечали всевозможными литературными премиями. Ей удалось стать одной из ярких представительниц казахской литературы. Наргиза Такижанова, Эдуард Кон, 24 KZ, Алматы.